Микроэлектроника – это то, без чего сегодня трактор не пашет, автомобиль не передвигается, самолеты не летают, ракеты тоже в космос не отправляются. Этим все сказано. Почему такое внимание сегодня в мире, и не только в мире, но прежде всего на постсоветском пространстве, у нас и в России такое внимание к этим вопросам. Должен сказать, что не основные причины, но немаловажная борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений. Настолько важен этот спектр и часть экономики. И я хотел бы сегодня вместе с вами предметно обсудить дальнейшую стратегию, тактику развития отечественной микроэлектроники. Место сегодняшней нашей встречи символическое, историческое. Именно здесь, на планаре в 60-х годах прошлого века, был создан мозг и сердце микроэлектроники Советского Союза. Наш знаменитый земляк, нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, рассказывал, что как-то в 80-х годах встретил министра электронной промышленности всего Советского Союза, Владислава Колесникова. И тот признался, рассказал ему: проснулся сегодня в холодном поту, приснилось, что планара нет. А раз нет планара, нет больше в СССР электронной промышленности. Этим все сказано. Это было действительно сердце электронной промышленности. Здесь были сосредоточены основные мозги электронной промышленности Советского Союза. То была абсолютная правда, когда создавалась эта прорывная отрасль, интеллектуально и финансово ее могли потянуть, как я сказал, Америка, Советский Союз и Япония. Тогда у нас работали еще смежные предприятия, как я говорил, в России, Прибалтике, но мозговой центр, сердце было здесь, в Беларуси. И еще раз хочу повторить, подчеркнуть, в лихие перестроечные и постперестроечные годы сохранить это достояние, даже не национальное, мировое, удалось только Беларуси. Я прекрасно помню, как меня уговаривали продать, закрыть эти предприятия. Купим, завезем все с Запада. Слава Богу, как бы то ни было трудно, страна сохранила и Планар, и Интеграл, и Беломо, и Горизонт, и Витебский монолит. Но самое главное – научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим, что в борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный, демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодное государство своих конкурентов. Но, как мы понимаем, наука не стоит на месте, ученые кооперируются. В развитии микроэлектроники уже нельзя только конкурировать и замыкаться в национальных границах. Белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке. И это несмотря на глобальный тренд в сторону уже даже не микро, а наноэлектроники, когда появились несколько игроков, владеющих технологиями порядка 4 нанометров. Наши достаточно крупные микросхемы остаются востребованными, они надежны. Но, как я понимаю, нам надо от этих больших глобальных микросхем двигаться в эту сторону, в эти маленькие нанометры. В кооперации с отечественной гражданской оборонной промышленностью создаются уникальные продукты. Без вас невозможны были бы беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое. Поэтому поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс, и мы его должны использовать. Росатом, Роскосмос, Росэлектроника, объемы партнерских соглашений должны только расти.
Что сделано? Во-первых, колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы. Мой недавний визит в Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты – прямое под тому подтверждение. С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной. Притом объемы даже не обсуждаются, денег. Хорошее финансовое вложение – это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий как следствие увеличения экспорта. Я только что сказал, самое главное, что меня беспокоит, чтобы ученые, конструкторы и практики понимали, что надо делать и куда идти. Если у нас такие люди есть, то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть. В июне прошлого года мы уже проводили совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники. Определили основные направления с учетом наших компетенций и возможностей в условиях санкционного давления. Как мне докладывают, уже есть некоторые подвижки. Совместно с российской стороной сформировали перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на наших предприятиях. Разработана дорожная карта, план по ее освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок. Правительством утверждена программа по развитию микроэлектронной промышленности до 2030 года. Прошу доложить, насколько просчитаны и амбициозны наши перспективы и взятая планка в дальнейшем развитии нашей отрасли. И вопрос, что нужно для создания производства более высокого технологического уровня. Инвесторы, готовые финансировать проекты, напомню, есть. Также хочу узнать, как продвигается работа по освоению перечня необходимых для российской промышленности электронных компонентов. Я попрошу соблюдать регламент. Петр Александрович, пожалуйста, докладывайте. Поручение, данное вами 14 июня 2022 года в ходе совещания по вопросам развития отечественной микроэлектроники, выполнено. Утверждена программа развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь на период до 2030 года. Совместно с российской стороной определен перечень необходимых электронных компонентов и согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства. Создан Российско-Белорусский центр фотошаблонов. Выполняется комплекс мер по обеспечению микроэлектронной отрасли квалифицированными кадрами. Научное обеспечение отрасли осуществляется Национальной академией наук Беларусь. В настоящее время создан инновационно-промышленный кластер микроопто- и свечеэлектроника, которым определены перспективное направление исследований и разработок по созданию производства изделий микроэлектроники. Суммарный объем выручки от реализации продукции отечественной микроэлектроники и электронного машиностроения в 2025 году вырастет до 200 миллионов долларов. К 2030 году достигнет 330-350 миллионов долларов и увеличится с 2021 годом в 3,3 раза. Хочу подчеркнуть, что данные показатели являются программой минимум,